Итак, чуваки, всем привет! Сегодня я прохожу Shadowfight 2. Погнали! Так. Так. О. Так. О! Прекрасно! Мой зазнавшийся ученик вернулся. И вижу, ты потерял свое тело. Какое несчастье! С другой стороны, теневая форма дает тебе особую силу. Я с голосом записываю просто. Ярик, дивися мені там за війну, за все нічого не пропагандируй ніде. Мовчи, цього нельзя нічого ніде. Мовчи. Так. Раунд 2. Файт! Та ну не кричи ти. Та же лікую вагу своєї вести. Ну от, вони дуже вибили. Каже, ми мовчали, мовчали, ну на четвертий день війни, каже, ми ж мовчали. Вона сама і вона сама сольбу. Yes. You win. Так. Я не сомневался в тебе. Теперь тебе нужно купить оружие. Вот оно. Так. В теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов. Рысь. Я знаю, где найти его. Открой свою карту. Вот он. В бой. Опа, рысь. Кто ты такой? Я не собираюсь тратить время, свое время, на какого-то жалкого червя. Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если можешь, тогда... Возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Так. Так. Итак, раунд 2. Файт! О.
Ах ты! Все, завалил! Так. Все, почти, почти готов. Так. Все, заболел. You win. Окей. Я глава ордена ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной. Но твоя драка с Шином меня немного развлекла. Акт первый. Перерождение. Итак, Мэй. Привет. Меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам лучше из тех, кто ех. Я могу попробовать на тебя? Конечно! Отличный выбор. Теперь твое снаряжение будет в деревянном состоянии. И я помогу тебе с любыми проблемами. Окей? И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. Окей. Так. Так. Опа. Тень против обезьяны. Итак. Раунд 2. Ван, файт. Так. О, гля. Да ты гля, зараза. You win! Окей. Ты великолепен! Зарабатывай монеты и турнире в покупай снаряжение, чтобы победить бойцов в рейсе. Итак, изучить. А, нет. Так.